смотрите, вот это вторая часть, она небольшая. Значит, Елена Александровна Савинич, доцент. Не, о, так, по Фрейду уже доцент. Лена, ты уже доцент, аспирантка, аспирантка. Прислала мне, ой, потом я будет отдельный фильм посвящу. Значит, Елена Александровна, мне нужны все регалии. Вся сотня научных трудов, еще студенткой когда была. То, что попало уже в настоящее издание, не бульварные эти газеты, журналы, а научные, да? И говорил, что 4 раза фамилия Железова есть. Я чуть со стула не упал. Настоящее. А то их-то там уже на десятки. Мне вот эти все регалии мне надо. Вот, все-все-все, я сделаю отдельный фильм. Почему? Сейчас объясню, почему. Ну вот, рядом сидит Железов, так? Лучший питомник России, лучший сад России, вот. Ну, что там говорить? Почему я сейчас объясню, почему я говорю? Впервые, всего, может, месяц, как я наслаждаюсь, уже просмотров не сотни, а бывает и десятки. Важнейшая тема. Когда-то были тысячи, десятки тысяч, потом стало просто тысячи, потом стало 700, 500, 300, дожили. Я не виноват. Интерес падает. А этих все больше. Они же чем взяли? Количество. То есть количество халявщиков, которые переписывают друг друга и надеются на лайки, заполонили дико. Если я был там раньше один из там 50, потом стал один из 500, теперь один из 5000. Не найдете вы меня в этом. И вдруг случилось чудо. Спасибо одному из моих друзей-помощников Павлу Троценко. Теперь сразу все эти фильмы автоматом попадают в Яндекс. Открываем мы с Леночкой, вот с этой милой девушкой. Вот. Заходим к Чернобаеву, у которого растет сад дублер. То есть все мои клоны у него. 350 тысяч просмотров. О, это уже другое дело, извините. И мы уже не дураки. Так, потому что это, как там Ребрик сказал, московский ученый считает вас проходимцем. Поняли, да? Теперь уже так не скажешь. Мы-то в живом саду фильмы делаем. Не в эти, которые понадерганы с интернета. Несколько фотографий чужих. И вот он, Железов Сергей, агроном. Почему я говорю, сейчас поймете. Владелец лучшего питомника Сибири и России. Питомник зимует на морозе. Лучшие сорта мировых стандартов. Внимание, 31 год. Молодежь, молодежь, как говорил Райкин, молодежь. Потомственный садовод. Папа, вот он, видели, похож. Вот, стаж садовода 17 лет. И вот это вот одна, это моя книга «Северный сад», да, «Сибирская селекция». Потом книгу почитайте, вот. Смотрите, я ее вот эту страницу ради Казьмы Прудкова. Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Кто-то скажет, вот его место. Вот такие саженцы. Саженцы, помните, с Финляндии я это вам показывал же, да? От 3, 5, 8 тысяч. Так? Причем, естественно, никакой роскоши там нет. Это просто добротные саженцы. И я перед ними преклоняюсь, потому что наше дерьмо рядом с финским. Я вынужден сказать, наше отечество в своем среднем выражении по сравнению с финскими дерьмо. И не зря их цена уже скинули 300, 500, ну кто-то в наглую есть 900. Есть и 3, тоже 5 тысяч у этого же дерьма. А вот настоящие саженцы, Сергей, не может по 1000, по 1500 продать. А у них очень высокая себестоимость. Вы представляете, он, вот видите сзади два человека, он с ними ради десятка саженцев. Часа 3 проводит, пока не на... Это же, не поверить, это какая работа, это какая ответственность, с одной стороны. Вдохновение еще нужно, трудолюбие нужно. Понимаете? Нужна такая дотошность, чтобы у них это все росло. Чтобы не приехали, не плюнули в морду. Вот это. Но понимаете, это его интеллект и его польза один, нет, 0,1%, которая могла быть. Представим себе вот эту сладкую парочку. Представили? Вот. Отдайте им этот самый институт, который учит убивать деревья. Я еще не все им показал. Еще будут другие эти мерязевки. Еще страшнее калечить деревья.
Не только те, которые говорят, что это отрезайте все нижние ветки, они им не нужны. То есть они мешают дереву. Вот он, питомник на морозе, единственный в стране, сибирский. Сейчас он, у нас снега нет ни капли. Вот, декабрь месяц. Еще раз, каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Вот. Формально ни один ученый не заказал ни одной книги Железова.